Всем теплый привет из города Харькова, из обсерватории Харьковского планетария. 3 февраля 2020 года. Снова в кадр попала к нам Луна, ясное небо над городом Харьковом. И я поспешил к телескопу записать это видео. Сначала о Луне. Сейчас 9-й лунный день. Практически заканчивается 8-й. Освещено 65% поверхности Луны. Видно освещенную часть. Видеосъемка ведется через телескоп системы Максутова-Кассегрена Carl Zeiss апертурой 150 мм. То есть диаметр объектива 150 миллиметров. Видео в 4К. В плеере выберите максимальное качество, которое доступно. Может быть, это 1080p будет у кого-то. Зависит от скорости интернета в данный момент, от возможности вашего смартфона, планшета, компьютера или телевизора. Напоминаю, YouTube ограничивать может максимальное качество разрешения, в котором мы смотрим видео. Один из самых распространенных вопросов под моими видеосюжетами о Луне – это почему она у тебя крутится. Это она смещается в поле зрения, то есть идет по горизонту с востока к западу, спускается к горизонту. На видео это может показаться как вращение Луны, но это не вращение, повторюсь. Вот здесь очень красивый сейчас участок заметен. Альпийская долина, вы видите в нижней части борозду. Вот сейчас немножко трясет видео, это подо мной проходит линия метро. Вот. Условия наблюдения в городе подразумевают такие проблемы. Вот электричка проехала, и изображение успокоилось. То, что мы видим, бежит такая рябь, я уже рассказывал в других сюжетах, это рефракция, вызванная турбуленцией атмосферы. Я в этом видео подробно на многих моментах останавливаться не буду. Смотрите видео на канале «Луна. Ответы и вопросы». Ну а так как у меня смартфон прикреплен к телескопу, к окуляру, поэтому вот это еще сияние такое сине-голубое есть. Глазом его в окуляре так не видно, видите, вот оно исчезает. То есть это просто, к сожалению, переотражение света при такой съемке внутри труб окуляров и на линзах. Хочу поделиться красотой космоса. Видите, вот вживую перенастраиваю, грубо говоря, на другие области поверхности Луны, чтобы у вас была возможность, у многих, у кого нет телескопа, нет возможности где-то пойти посмотреть, вот хотя бы так взглянуть на Луну, то есть как бы помогаю смотреть вам на космос. Еще распространенный вопрос, видел ли я НЛО. Были случаи, не буду утверждать, конечно, на 100%, что это были космические корабли инопланетян, но необычные наблюдения были. Почитать их вы можете по ссылочке в описании этого ролика и в закрепленном моем комментарии.
комментарии, делитесь впечатлениями, мыслями, что вы думаете о космосе, какие есть вопросы, какие вас волнуют тайны. Пишите в комментариях, какие есть вопросы, что у вас, какие тайны космоса, природы волнуют. Делитесь впечатлениями, своими мыслями.